Здравствуйте! Вы на информационном канале группы компании InstaForex, и с вами я, Екатерина Стихина. Я расскажу вам о том, как проходят сегодняшние торги в Европе. Несмотря на порцию крайне слабой статистики относительно состояния американской экономики, инвесторы продолжают покупать доллар США. Котировка пары евро-доллар находится вблизи уровня 1.1270. Сегодня нет никаких оснований покупать единую европейскую валюту. В последнее время статистика региона свидетельствует лишь о негативных тенденциях в экономике, что и способствует нисходящей траектории движения евро против американского доллара. Стоит отметить, что и отчеты из Великобритании на этой неделе также демонстрировали весьма слабые данные до сегодняшнего дня. Объем розничных продаж в январе неожиданно вырос на 1%, тогда как ожидался совсем незначительный подъем, лишь на 0,2%. Базовый индикатор также вырос после падения накануне. Такая новость помогла котировке британского фунта развить коррекционное движение. После достижения целевого уровня на 1.2780 продавцы фунта теперь фиксируют прибыль, в результате чего график поднимается и уже даже смог дотянуться до отметки 1.2820. Скорее всего, котировка завершит недельную сессию вблизи текущих позиций. Но следует помнить о сохраняющейся неопределенности по Brexit и нестабильном состоянии мировой экономики. Нести некую ясность помогут новости о ходе переговоров между США и Китаем. На этом у нас пока все. Мы желаем вам профитных сделок и ждем вас на нашем канале через пару часов.